Всем привет, 3D Quad, и давайте рассмотрим в этом ролике информацию по ретопологии модели. Хотелось бы еще раз напомнить, что у меня не уроки, а просто ролики с информацией, которую я нашел в YouTube или в интернете. Ну, погнали разбираться. Так, Blender рассмотрели мы, ZBrush рассмотрено, тоже на канале есть ролик. И давайте тут теперь посмотрим. Закрываем вот эту вот окошку. Файл, нажимаем файл, находим импорт, модель для попиксельного рисования. Сейчас выберем модель. Это будет Боб и его голова. Ждем теперь, сейчас появится окошко именно, в котором есть настройки по модели. И пойдем в ретопологию. Так, вот здесь есть инвертировать нормально, закрыть нормально и так далее. Это уже для продвинутых, но мы будем пока рассматривать в базовом таком варианте, не нажимая, не устанавливая дополнений. Жмем ОК. И ждем теперь, когда подгрузится модель. Модель загрузилась, теперь нужно перейти в ретопологию. Нажимаем вот здесь вот ретопология, переходим в эту функцию и давайте рассмотрим по кистям, как тут все это дело происходит. Зажатый Alt, правая кнопка мыши приближает модель. Зажатый Alt, колесико переносит его по экрану. И зажатый Alt, левая кнопка мыши крутит, вертит модель. Вот такая штука происходит. Теперь S английское, можно вызвать меню симметрии или симметрию. Вот вверху можно найти симметрия и включить по оси X. Получается вот такая разделительная у нас штука. Разделяет модель, чтобы ее было видно окошку. Вот ее можно пока оставить, чтобы видеть. Shift Alt, левая кнопка мыши выравнивает модель. И теперь Alt зажатый, можно чуть-чуть правой кнопкой мыши и зажатым колесиком подвинуть. Вот так вот. И немножко подкрутить. Вот таким вот образом. Ну и давайте рассматривать на примере вот этого персонажа, что тут есть. Первая кисть — это строить. Нажимаем на нее. Находим именно вот разделительную вот эту черту. Щелчок левой кнопкой мыши и ведем вот по... Вот появляется вот такая полоса. И вот мы теперь должны щелчками сделать именно полигон. Вот так. И замкнуть его. Вот он позеленел. Теперь можно правой кнопкой мыши это дело все склеить. Вот вы видите, что полигон склеился зеркальным, вот именно симметричным. И вот так все это дело можно теперь дальше. Нажимаете, появляется вот такая вот сфера типа точка. Щелчок левой кнопкой мыши ведете вниз и рисуете опять полигон. Вот таким вот образом. И вот появляется еще одна точка. Вы ее замыкаете щелчком левой кнопкой мыши. И вот так все это дело можете еще продолжать вниз. Вот такая прикольная штука, кстати. Если у вас полигоны разошлись, правая кнопка мыши, и вы их склеиваете. Так, рассмотрим следующее. Это полигоны. Вот это вот кисточка. Нажимаете на ребро. Появляются у вас две вот такие вот типа точки. И вот вы можете ее вертеть, крутить от вершины к вершине и передвигать в разные стороны. Вот так. И поднимать кверху. Вот делаете два клика, и у вас получается полигон. Теперь вы выделяете вершину. Опять же, два клика, полигон. Выделяете вершину, два клика и полигон. Вот такая штука. Убрать все это дело, Escape. Так, рассмотрим теперь, как работают узлы. Нажимаем узлы, ставим точку, ставим вторую. И вот вы видите, что вы наводите на две точки, и она выделяет полигон. Нажимаете правой
кнопкой мыши. Полигон замыкается, следом вы переключаетесь на строить. Вот так. И можете правой кнопкой мыши закрыть, если полигон разошелся, склеить его. Ну и опять же узлы. Опять можно сделать несколько точек и позакрывать вот эти полигоны. Прикольная тоже штука. Alt, левая кнопка мыши. Переключаемся вот в такой вид. И здесь можно тоже замкнуть полигоны. Вот таким вот образом. Alt, левая кнопка мыши, правая кнопка мыши. Вот вы видите, что полигон ушел. Здесь его можно опять же нажать настроить и перетянуть туда, куда вам надо, правой кнопкой мыши. Подкорректировать вот таким вот образом, допустим. Опять же можно корректировать и эти полигоны. Двигать пером, вот тоже помогает все это дело. Радиус прибавляем. И вот вы можете, не нажимая никакие больше клавиши типа Ctrl, Shift, просто левой кнопкой мыши вот так все это дело тянуть за ребро, за вершину и передвигать туда, куда вам надо весь полигон или ребро. Вот таким образом прикольно, легко, удобно. Вот так вот поправлять можно ребра, вершины, грани. Также можно все это дело, переключившись на узлы, подразделить. Зажимаете Ctrl и левая кнопка мыши наводите на ребро или вот на это ребро. Будет по вертикали, по горизонтали щелчком левой кнопкой мыши все это дело делится. Вот так вот. Также можно здесь удалить ребра. Выделяете Ctrl и левая кнопка мыши. Вот так их можно удалять. Ctrl-Z, если вам нужно вернуться в то положение, которое было чуть раньше. Также здесь есть разделение. Это тоже делит, но уже без Ctrl наводите на ребро, и она просто делит ваши полигоны. Так, линейка, она замеряет именно вот эти миллиметры. 18 с лишним миллиметров. Escape убирает выделение. И вот здесь есть сохранить, очистить. Вы очищаете, удаляется линейка и переключаетесь на другую, допустим, кисть. Также можно выбрать полигон, вершину. Вот здесь вот вверху у вас есть ребра, грани, вершины. Вот можно выбрать грани. Вот где-то вот так вы, если их выбираете, таким образом. Alt, левая кнопка мыши, сейчас я вам перекручу. S, симметрия, можно теперь убрать показатель симметрии. И находите именно трансформацию. Это выбранные, вот здесь вот есть подпункт, выбранные, трансформация. Появляется вот такой гизмо. И вы можете эти полигоны или полигон именно вытягивать, чуть-чуть усаживать, чуть-чуть поглубже. Здесь вот есть к основной оси привязка, к центру тяжести, только манипулятор, автоподгон в локальном пространстве, спрятать гизмо и диалоговое окно. Совершить выдавливание. Вот можно совершить выдавливание. Вы видите, что полигоны вдавились. Ctrl-Z, можно все это дело вернуть. Ну и в принципе, дальше здесь идет сохранение, прилипание, соединение, трансформация, сократить, разрешить. Это уже работа вот с этими полигонами. Масштаб полигона можно увеличить. Так, опять же, если вы потянете вот за эту середину, вот, можно перетаскивать полигоны вверх, вниз. Если за квадратик, вы можете их увеличивать вот так вот, scale,
Вот таким больше, меньше ставить вот таким образом. Ну и можно здесь их перекручивать, вот так вот ставить. Можно вот так, по-разному, используя именно трансформацию. И здесь то же самое, дублирующие именно вот эти кисточки есть. Подразделить экспорт, импорт. Вот если вам надо сцену экспортировать или импортировать сюда, жмете импорт, это сюда закидываете, экспорт, нажимаете, и сейчас высветится окошко. Появляется именно формат OBS, также можно сохранить в формате FBX, ETL и так далее. Пишите название именно вот этого меша, модели, и жмете сохранить. Потом все это дело можно использовать уже в других программах или работать уже с сеткой вот этой ретопологии здесь. Ну давайте теперь рассмотрим, как работает вот эта вот кисточка штрихи. Это нам уже не надо, это все понятно. Теперь осталось изучить, как правильно делать именно вот эту ретопологию, где будут находиться вот эти вот полигоны, квадраты, ребра, грани, вершины. Это уже есть на картинках, можно скачать в интернете и уже по картинкам делать глаза, дальше вести, как-то все это дело здесь правильно размещать. Так, нажимаем файл «Новая сцена», жмем «Продолжить». И сейчас рассмотрим именно штрихи. Вот теперь у нас есть такая вот рука и примитивы штрихи. Рассмотрим, как работают. Нажимаем «Штрихи». Левая кнопка мыши ведем именно от экрана, не от меша, а именно от экрана. Вот так вот проводим. И получается, что у вас, вы видите, что получается круговое деление вот это вот. Разметка именно по руке кругом. Вот такая штука получается. Теперь нужно добавить... Это горизонтальные, вертикальные, вот здесь вот полосы. Вы наводите и левой кнопкой мыши можно вот так вот нарисовать. Вот вы показываете, где будет проходить полоса, в смысле ребро. Перекручиваете Alt, зажатой левой кнопкой мыши, и можно нарисовать вот здесь вот так. Теперь можно нарисовать вот тут. Конечно, это надо поровнее все делать. Ну и можно вот здесь вот добавить еще пару. Теперь вы нажимаете Enter, и у вас получаются вот такие полигоны. Также их можно подразделить. Допустим, вы включаете узлы. Можно использовать Ctrl. И вот так вот добавлять именно вот эти лупы. Ctrl. Также можно использовать кисточки вот здесь вот. Разделить, удалить, сдвинуть виток. Допустим, вот разделить. Вы добавляете вот здесь вот так вот лупы, ребра. Вот такая получается штука. Также можно все это дело передвигать, удалять, добавлять. Вот так все это дело можно переносить. Вот таким образом можно использовать, двигать пером. Ставите радиус пера побольше. Вот так. И можете все это дело вот так вот двигать. Где-то корректировать, подправлять. Вот так вот.
Все это дело работает вот в таком духе. Ну, тоже удобно, прикольно. Ну, вот вроде все, что хотелось показать по ретопологии. Хотя тут еще очень много всего. Это уже, в принципе, касается UV превью, вот это, UV развертки. Также можно, ну, в принципе, самое важное рассмотрено, как здесь все происходит. Все, всем пока, до свидания. Вот такая вот ретопология в 3D Code.